Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную и красивую закуску из самого дешевого сала. Список необходимых ингредиентов будет в конце ролика, а также в описании под видео. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Приятного просмотра! Берем 500 граммов любого сала и хорошо зачищаем шкурку. Если шкурка твердая, ее необходимо удалить. Затем нарезаем сало произвольными кусочками и пропускаем через мясорубку с мелкой решеткой. В полученную массу добавляем 1/2 чайной ложки соли, хорошо перемешиваем и делим ее на 3 примерно равные части. В одну из них добавляем пучок измельченного укропа, во вторую 1 столовую ложку копченой паприки, в третью 4 зубчика пропущенного через пресс чеснока и тщательно перемешиваем содержимое всех 3 мисок. Дальше подготавливаем емкость, в которую будем все складывать. Ее нужно застелить пищевой пленкой. Чтобы сделать это легко и быстро, переворачиваем лоток вверх дном, накрываем его вдоль и поперек пленкой, хорошо ее обжимаем, а затем вставляем внутрь лотка. Таким образом мы избежали прилипания пленки к рукам и склеивания ее между собой. Теперь выкладываем в застеленный лоток все 3 приготовленные массы. Делать это нужно слоями. Белую часть сала пускаем в середину. Каждый слой стараемся распределить равномерно и максимально уплотнить. Затем прикрываем закуску пленкой и убираем в морозилку. Когда сало хорошо замерзнет, его можно подавать к столу. Переворачиваем лоток на разделочную доску, снимаем пленку и нарезаем сало ломтиками шириной примерно 0,5 сантиметра. Чтобы закуску было легко резать, где-то за 30 минут до начала этого процесса ее можно переставить в холодильник. Вот и все. Очень яркая и вкусная закуска из обычного сала готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.